Здравствуйте, дорогие гости. Наконец-то. Наконец-то вы в Милашово. Милости прошу. Проходите, пожалуйста. Вот моя усадьба, вот мой дом родной. Маленький рай. А когда здесь солнце заходит, вот там, тут вообще такой рай, даже не маленький, а огромный рай. Как-то по жизни случилось, что меня всегда тянуло к берегу, к озеру. Вот это вот самая старинная лодка. Есть еще две лодки, которые я сделал в 2014 году. Вот сейчас вот поедем на лодке кататься. Здесь, конечно, не Хилтон, не золотые пески, но здесь красиво, мне нравится. Беларусь наша самая лучшая страна. Озеро Идолта. Единственная неповторимая кладка наша. Полуостров Милошей. А вот, знакомьтесь, сегодня у нас настоящие киношники. Приятно, что они прибыли к нам. И про наше озеро Идолта, про нашу страну узнают многие люди. Печенюшки от Валентины Ивановны. Изгиб гитары желтый, ты обнимешь нежно. Струна осколком эхо пронзит, тугую ввысь качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. В последнее время песенки начал петь. Такие 60-х, 50-х, 40-х. Типа Бернеса, Магомаева и всех остальных метров. Нигде я не пою, нигде не выступаю. Ну, перед своими... Я уже замучил своих девчонок, потому что у меня сейчас есть подвал. Я там сделал студию, она отделена от всех живущих плитой, теплым полом, и меня никто не слышит. Я ухожу туда и могу все, что хочешь делать. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу.